Феерическое возвращение Овечкина, очередные голы Панарина и Свечникова, а также победы Бобровского и Василевского. NHL.com.ru в ежедневном обзоре рассказывает об игре российских хоккеистов в 12 матчах субботы. Александр Овечкин – настоящий зверюга. Капитан Вашингтона вернулся на лед после 4 пропущенных матчей и забил шикарный гол в овертайме, принеся команде победу над Бостоном. Александр Великий забросил 708-ю шайбу в карьере и сравнялся на 7-м месте в истории НХЛ с Майком Гарднером. До Уэйна Грецки осталось забить всего 186 раз. 4-й гол в сезоне Артемия Панарина и передача Павла Бучневича не спасли Рейнджерс от поражения в матче с Питтсбургом. А вот Евгений Малкин отметился голевым пасом и вышел на 2-е место в истории Питтсбурга по сыгранным матчам, обогнав Марио Лемье, а также поднялся на 3-ю позицию по результативности, оставив позади Яромира Ягра. Андрей Свечников помог Каролине остановить победную поступь Далласа, забросив свою 4-ю шайбу в 5 матчах. Старс сыграли неважно, а Антон Худобин потерпел первое поражение после серии из 3 побед. Передача Ивана Проворова помогла Филадельфии взять верх над Айлендерс. Защитник набрал 6 очко в 9 играх и огорчил Семена Варламова после 3 побед на старте, проигравшего в 3-й раз подряд. 2 передачи Михаила Сергачева и драматические спасения Андрея Василевского помогли Тампе справиться с Нэшвиллом. Лайтнинг забили 4 гола во 2-м периоде и были таковы. Владислав Наместников сделал первую передачу за Детройт, но Ред Уинкс снова проиграли. На этот раз в Флориде, в воротах которой божил Сергей Бобровский. А Илья Михеев набрал первое очко за 7 матчей после того, как его повысили до 2-го звена Торонто с Джоном Таваресом и Уильямом Нюландером. Также минувшей ночью Кирилл Капризов остался без очков, а Никита Нестеров сыграл против Александра Романова. Подробнее об игре российских хоккеистов читайте в текстовом обзоре на NHL.com.ru. Спасибо, что были с нами, я Сергей Демидов. Увидимся!